Одним святым местом в Иванове станет больше. Митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф совершил чин закладки храма в честь святителя Николая Чудотворца. Располагаться сооружение будет на улице Ермака, напротив энергетического колледжа. В этом месте в прошлом веке находился Спасский храм. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых угодников Божьих у православных верующих. Однако в областном центре нет ни одного храма в его честь. Мы восстанавливаем историческую справедливость, потому что в нашем городе 7 улиц называлось в честь святителя Чудотворца Николая, в том числе и эта улица с нынешним названием Ермака в течение полувека носила название Никольская. В нашем городе было большое количество престолов и пределов в честь этого святого. Ну а вот сегодня мы заложили полноценный храм в честь этого святого. Верующие рассказывают, в этом районе города много учебных заведений, а вот храмы в дефиците. Построить культовое сооружение обещали рядом с новым торговым центром Никольский, но не срослось. Архиепископ Амвросий, он там заложил крест, когда строили Никольский. Вроде как были планы, что там будет вот этот храм, потому что Николай Угодник, он еще правитель торговли тоже является. Ну там вот нет храма, но слава Богу, что здесь сделали, потому что на Скуторове нет храма. Долго говорили, вот это местечко Хуторово называется. Капсула заложена, место освещено, можно приступать к делу. Строительство этого храма, я верю, будет объединительным моментом для многих-многих людей. Кто-то может помочь материально, кто-то своими руками, а кто-то просто будет молиться и переживать за строительство этого храма. Строительство начнут сейчас, а вот когда закончат, не загадывают. Митрополит Иосиф пояснил, все будет зависеть от дел мирских, а именно наличие финансов и рабочих рук. Елена Белова, Николай Тихонов, РТВ Иваново.